Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и это 7-й эпизод по прохождению ремейка второй части Resident Evil. Компания за Леона Кеннеди, режим хардкор. Вот. Так, брать нам ничего больше не надо, в принципе. Можно, наверное, травку убрать. Вот так вот сделаем. Так. Продолжаем исследовать полицейский участок и все его окружности, как бы так можно назвать. Вот. И для этого нам, я думаю, надо изучить карту. Вот. В принципе, как бы вообще, сколько вот я проходил Resident Evil, в основном я картой вообще не пользовался. Вот. А здесь, я думаю, это стоит сделать. Вот. И давайте посмотрим, где у нас вообще ключ бубны есть. У нас есть ключ бубны, надо найти. Так, я вижу, вот, бубновая дверь, стрельбище. А стрельбище у нас находится, где парковка. Нам стоит вернуться туда снова. Вот, я думаю, первым делом это сделаем. Вернемся туда. Так, где еще у нас есть бубны? Комната хранения, пульт шкафчиков. Понятно. Так, где кнопка нужна нам? Так, вторая. Второй этаж, вторая. Отверстие для рукоятки на втором этаже у нас, где галерея. Комната ожидания, сейф. Понятно. Это недалеко от места, где врезался вертолет. Вторым делом отправимся туда. Я так думаю. Вот. И где у нас еще одна бубновая дверь? Так. Ну, почему-то я больше не вижу бубновых дверей здесь. Видимо, она находится в тех локациях, где мы еще не были. Вот. Окей, тогда направляемся снова на парковку. У нас всего 3 патрона. Ну ладно. Попробуем это сделать аккуратно. Там у нас лизун. Давайте. Так, давайте. Он вроде у нас там убежал, да? Давайте-ка сократим путь, попробуем. Если лизун нам даст пройти. Окей, он у нас там за углом. Дает нам шанс пробраться без стычки с ним. Вот. Так, а здесь у нас... Этот, здесь проход у нас закрыт, получается. Нам тут не пройти. Надо проходить через жалюзи. Окей. Здесь, в принципе, у нас путь свободен, кроме... Так, вот здесь у нас вылез вон. Давайте пробежим. Аккуратненько открываем дверь. Так, этому мы раскровили башку, он не встанет. Вот этот у нас здесь ползает, да? Живой еще. Давайте попробуем. Ага, фигушки, бежим. Бежим. Пускай он там ползает. Я не знаю, в эту локацию он сможет зайти или нет. Ну, будем надеяться, что нет. А то будет преследовать всю дорогу нас. И надеюсь, собачки больше не вылезут там. Вот вроде там тут приочищенное место. Так, где же у нас стрельбище? Стрельбище у нас находится, ну, в принципе, недалеко. Вот оно, за этой дверью. Недалеко. О!
А вот у нас и проснулись. Блондиночка с толстяком проснулись. Угу. Там я уже вижу травушку. Отлично. Да, все-таки у нас еще есть, должны быть двери бубновые. Так. Что это? Пленка. Пленка. Взяли пленку. Третий этаж. Локер. Так, пленка шкафчика на третьем этаже. Катушка с непроявленной пленкой. На ней написано шкафчик на третьем этаже. Ага. Я так полагаю, это... Так, может вот это? Пароль. Я так полагаю, это пароль от шкафчика. Помните, который мы первую пытались кап ввести? Первый шкафчик там. Вот. У нас не получилось там пароль. Ну, не тот шкафчик, короче. Не тот пароль. Я думаю, либо на самой пленке пароль, либо на этой катушке вот это вот, три буквы там. Так, окей, окей. В принципе, это все недалеко было. Много времени не потратили на это. Ну что, тогда отправимся к шкафчику. Вот. Сходим к шкафчику. А потом уже пойдем крутить рукоятку. Так, куда он убежал? Зомбарь-то. Она здесь стоит. Да. Так, убегаем. Не хочу я с ним сталкиваться, сражаться. Патронов и так мало. Окей, где здесь у нас? Ты где? А, вон он. В офис зашел. Пускай он там кудесничает. Мы пройдем спокойно. Так, на третьем этаже бежим по той же схеме. Мимо лизуна. Главное, чтобы он сейчас не переграждал нам путь. Да, отлично. Он как и освободил нам проход, так и сидит там в углу, забившись. Так что все путем. Кстати, этот бабенция там не встает. Может, мы ее убили все-таки? Так, это какой у нас этаж? Второй этаж. Нам надо на третий. А, какой на третий? Я чё туплю-то? Нам сначала пленку проявить надо. О, я затупил сейчас. Заговорился, как говорится. Посмотрим, что на пленке. Шкафчик на третьем этаже. Да, здесь пароль. ДЦМ. ДЦМ, запомнили. Отлично. Надо травушку еще убрать. Так, кстати, можно... Можно смешать. Давайте так и сделаем. Отлично. И убрать. Отлично, освободили место. Ну, посмотрим, что у нас там в шкафчике интересного такого лежит. Сколько раз мы порывались его открыть.
Там должно быть что-то стоящее, короче. По-любому. Так, здесь аккуратно, здесь, по-моему, где-то тоже лизунчик должен быть. Так, ДЦМ, да? Отлично. Здесь у нас патроны для револьвера. Судя по всему, раз они вот так спрятаны в шкафчиках, судя по всему, они дефицит. Хотя здесь вообще на любое оружие патроны дефицит. Окей. Сейчас сбросим патроны. Так. Сбросим патроны. И отправимся крутить рукоятку. Посмотрим, что там нас ждет. Я думаю, там бубновая дверь должна быть. Потому что не все же так, не до такой степени должно быть все разбросано. Разным углам полицейского участка. Я то хоть убрал, то убрал. Отлично. Ну что, нам через галерею надо идти. Так, Марвин он там отжимается. Раз, два, полтора. Это как раз он в полтора стоит. У нас было такое в армейке отжимание. Раз, два, полтора, и стоишь в этих полтора. Так, окей, здесь у нас, по-моему, должны быть где-то горящие зомби. Так. Угу. Здесь и дальше. Да, вот она. Ручка. Отверстие. Так. Рукоятка нам больше не нужна. Выбрасываем. Давайте посмотрим, что мы здесь вообще имеем. Смотрите, офис шефа. Кстати, я думал, офис шефа находится там, где вертолет разбитый. Но оказывается нет. Офис шефа, вот он. Мы пришли к нему. Крыша, получается. Мы должны будем выйти на крышу. Тут две лестницы, вверх и вниз. Угу. Ну... Значит, наша задача на сегодня изучить вот эту локацию. Так, здесь у нас... А, ну вот, офис шефа, это... Червями закрыто. Забито червями. Так. Вниз и вверх. Давайте пойдем вверх. Окей. Так, досочки. Отлично. Здесь интересного есть ковры какие-то свернутые. О, шкафчики. Отлично, патроны для пистолета, то что доктор пописал. Почему 8? Жалко, что мало, 8 всего патронов.
Еще одна граната световая. Так. Так, здесь выход на крышу. Давайте пока не пойдем туда. Давайте сюда сходим. Оп, рычание. Слышу рычание. О, патрончики для дробовика, отлично. Травушка. Воу! Тихо-тихо. Ну-ка. Воу-воу-воу. Есть, упал. Отлично. Так. Ножиком. Тихо, погодите. Я слышу еще одного. Ублюдок. Ух ты! Ничего себе, он увернулся, а? А где еще один? О, лезет. Ну подходи, ублюдок. Отлично. Фу, жестоко, жестоко. Так. А ножик ты мне отдай. Вот меня бесит вот эта штука. Мы втыкаем ножик, и все, его не забрать больше. Так. Все, у нас больше нет ножа. Блин. Ну я не знаю, труп он или нет. О боже. Так. Здесь у нас ключ червя нужен. Угу. Хорошо, так. Какая-то шестерня лежит. А этот ублюдок лег рядом с ней, короче. Вот и неизвестно, живой он или мертвый. Так, у нас 4 патрона. Еще одна, еще дверь. Давайте попробуем. Большая шестеренка. Угу. Она два места занимает, нам надо. Так, переместить shift. Так. Здорово. Старая ржавая шестеренка, видимо, от какой-то машины. Так. Сюжетный предмет. Окей. Пойдемте в дверь. Так. Закрыто. Угу. Получается, с другой стороны. Ясно, понятно. Так, здесь нам делать больше нечего, получается. Ну что, давайте спустимся вниз, а потом уже пойдем. На крышу. Так, зомбари снова. Выглядывает. Я думаю, он оттуда не выберется. О! Давайте заколотим. Кто тут ломится? Чувачело. Отлично. Ну, здесь уже заколочено до нас. Еще снова черви. Столько дверей.
С червями, да? Заметили, да? Слишком много. Крести. Хм. Ничего нам, в принципе, здесь только шкафчик. О, отлично. Ну, в принципе, больше ничего здесь нет. Давайте тогда идем на крышу. Не пробьешь. Можешь не стараться. Твои друзьяги уже пытались сломать эти доски. Так что... Так. Ну там на крыше, да, видели? Видно вертолет, да? Горит. Получается. Вот льет как из ведра вообще. Жесть. Так, увы, нам не взять. А, погодите. Нет. Не смешать. Не смешать. Чтоб тебя. Да, Леон, да. Это, знаешь, это говорит о том, что кто-то много ест, короче. Взял, сломал лестницу, и как нам теперь убираться отсюда? Так, вертолет. Горит. Кстати, бубновую дверь мы так и не нашли еще. Окей. О, вода. Судя по всему, она нужна, чтобы потушить вертолет. И чё нам? Ведро надо искать. Патроны вижу. Блин, и патроны не взять. О, жесть. Вообще попадалово. Вообще нормально. Ещё красная трава. Так. Короче, нам здесь не пройти. Блин, патроны надо как-то взять. Мне срочно нужен ящик. Дверь кто-то ломится. О, черт. О, две травушки, блин. Траву нам не взять, да? А, ну, в принципе, можно одну объединить. Зеленая и синяя. Отлично. Так. Тут у нас дверь кто-то ломится. За жесть. Оу! Зомбари. Окей. Черт. Да. Пошел вон. К тебе, дура, тоже. Воу-воу-воу! Какая она. Отлично. Еще и отпнул так ногой. Так, один патрон у нас остался. Один патрон, друзья. Тут не есть хорошо.
пипец. Нормально вообще? Это нифига не нормально. Он еще сейчас ко мне придет. Молодец. Лента. Ну пипец. Нам ничего не взять, короче. О, блин. Загнали себя в угол. Сюда он зайдет. Так, в принципе, это save room. Он сюда не должен зайти. Давайте скинем. Хранить. Так. Хранить. Тоже хранить. Что у нас вообще? Или патронов может сделать. У нас есть порох такой, порох такой. Ну, что делать? Давайте сделаем патроны. Так. В принципе. Все, да, такой, такой у нас порох. Давайте сделаем. 3 патрона, хоть что-то. О, отлично. Ключ. Крести. Отлично. У нас 2 ключа теперь. Теперь 2 ключа. Так, давайте как-то расформируем это все. Нет. Вот так. Гранаты. Гранаты в одно место. Это в одно место. Ключи в одно место. Вот так вот, да, сделаем. Порядок наведем. Так. Окей. Он за дверью. Все. И я его не убил еще. Пипец. И он еще живой. Так, здесь-то мы ничего не пропустили, здесь только лента была. Окей. Так, что означает то, что мы здесь повернули? Это, наверное, труба с водой, я так предполагаю. Да. Штуковина, резервуар с водой. В оригинале была такая штука, только там она, по-моему, ломается, что-то отваливается, что ли, что-то такое. Или вентилем там надо было что-то делать. Вот. А здесь вот такая штука. Угу. Кстати, там, по-моему, в этом, в оригинале тоже был в этом моменте зомби ломятся в дверь, там, пробивают дверь. Было такое, по-моему. Так. Патрончики еще взять надо. Патрончики. Отлично. 7, правда. Блин. Что-то они мало патронов стали давать. Очень мало. Давайте красную траву возьмем. А, надо было сразу смешать. Отлично. Давайте попробуем. Да, так и есть, вот мы потушили вертолет. Отлично. Отлично.
Так, ну, в принципе, в этой локации все получается, да? Я так понимаю, мы обходной путь сделали все. Воу! Что? Господи! Воу! Твою мать! Это же тиран! Вот черт! Надо было сохраниться. Воу-воу-воу! Быстрая падла. Так, здесь ничего нет. Бежим, 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 бежим. Нам нужна это. Сейв локация. Сейв рум. Фу. Надеюсь, все. В безопасной зоне. Можно сохраниться, сходить. Фу, друзья, это был тиран, короче. Блин. Марвин тут встал. Марвин встал. Я не знаю, даст он нам сохраниться или нет. Или убить его. Чтоб он это не мешал. Так, у нас есть ключ крести. Кстати. Кстати говоря. Нужно посмотреть, где у нас она есть. Так. Неподалеку. Комната наблюдения. Комната допросов. А. Так. На этом этаже комната записей. Окей. Давайте отправимся туда. Блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Марвин. Я понимаю, ты кушать хочешь, но не надо. Я прошу тебя. Не надо. Чего? Это чё? Это чё значит? Чё за прикол? О май гад. Они с двух сторон, короче. Чё за прикол? Как он сюда попал? Это безопасная зона. Как ты сюда попал? О, блин. О, блин. Твою мать. Надо было сохраняться, а не тупить. О, черт. Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Там лизун у нас. Да ладно. Чё, прикольнулись, что ли, блин? Какой приставучий тиран. Так, бежим обратно. Обратно, обратно, обратно. Так. Короче, валим. Я не знаю, как от него избавиться. Убивать его надо, что ли? У меня патронов не так много, чтобы убивать его. Так, 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 куда? Обратно бежим. Фу. Блин, он за мной. Тварь.
Так. Где он там шарится? Сюда мы пройти не можем, да? Он идет. А, нет, не показалось. Блин, где он топает-то? Я вообще не могу понять. Такое ощущение, как будто он за спиной. Фу. Короче, надо сохраняться. Надо сохраняться. Воу-воу-воу-воу! Так. Делаем так, значит. Сейчас убегаем сюда. Убегаем его здесь по кругу. И бежим обратно в библиотеку. Ух ты, он ускорился! Давай, 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 Леон. Бежим, бежим, бежим. Обратно в библиотеку. Сохраняемся там нафиг. Либо там, либо... Сюда. Отлично. Отлично. Быстро-быстро бежим. О, я даже что-то вообще растерялся. Я даже не знаю, куда, куда мне бежать, куда мне прятаться от него. Так. Да как... Какого черта-то? Здесь еще лизун. Блин. Давай, 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 по-тихому, по-тихому проходим. Проходим лизуна. О боже, о боже. Жесть. Здесь сейв-рум есть, да. Да, да, да. Нам срочно надо сохраниться, потому что если мы сдохнем, это будет жесть. Ох, боже. Так, эти черви. Лизун. Блин, а как вот в этих локациях бегать от тирана? Это ж пипец, жесть. Тут лизуны и всякая такая вот нечисть. Как? Кто мне скажет? Ну, надеюсь, в этот сейв-рум он не придет. То я уже не знаю, что от него ожидать. Если честно. Так, друзья. Ну что? На этом я тогда буду заканчивать. Вот. Думать, как избавиться от тирана, будем уже в следующей серии. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.